Всем привет! Предлагаю вашему вниманию посмотреть обзор на наушники Tron Smart Onyx Ice. Это стильные беспроводные наушники, выполненные в форм-факторе AirPods. Фишка этих наушников в качественном микрофоне. Их здесь 4 штуки, на каждом наушнике по 2 микрофона, один вверху и один внизу. Вы меня часто в комментариях спрашиваете про микрофон, как слышно при звонке. Так вот, наушники Tron Smart Onyx Ice — это то, что вам нужно. С этими наушниками вас будет отлично слышно не только в помещении, но и на улице в ветреную погоду. Наушники сделаны из глянцевого пластика. По типу они вставные. На звуководе есть металлическая сетка. Компенсационное отверстие, LED-индикатор подключения, обозначение стороны left-right и сенсорная зона управления, которая выполняет все стандартные функции при звонке и прослушивании медиаплеером. Tron Smart Onyx One сделаны на базе чипсета Qualcomm с подключением к смартфону по Bluetooth 5.0, расстояние до 15 метров. Есть защита по стандарту IPX5. В этих наушниках установлены, как для такого типа, большие драйверы. Размер их 13 мм. И вместе с кодеками APTX воспроизводят качественный звук. Сопротивление в наушниках 32 Ом. Воспроизводимый частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц. Вес одного наушника составляет около 4 грамм. На 50% громкости наушники будут работать около 5 часов. Перейдем к кейсу. Кейс компактный. Здесь встроенный аккумулятор на 400 мАч, и это даст дополнительно 19 часов. То есть в совокупности наушники можно слушать около 24 часов. На кейсе есть стильная серебристая вставка, где расположены LED-индикаторы состояния батареи и название бренда. Внизу находится разъем для зарядки по Type-C. В кейсе и наушниках использован качественный пластик. Сам чехол компактный и занимает мало места. Итого, что мы имеем. Стильные наушники, которые хорошо сидят в ухе. У меня они не выпадали при беге, но было ощущение, что вот-вот вывалятся, и я их постоянно проверял. Но со временем это ощущение пропадает. Шумоизоляция здесь не самая лучшая, потому что это вставные наушники. Зато они более безопасны, нежели внутриканальные, где шумоизоляция самая лучшая. Звук здесь понравился, все частоты отлично слышно, они не смешиваются в кашу, ну и в целом звук детальный, чистый. И что немаловажно, в наушниках нет посторонних шумов. Даже на фоне суперовых по звуку KZS-1 наушники Tron Smart не кажутся плохими, но все же, конечно, уступают по качеству звука. Кейс здесь отличный, компактный, маленький, ну и качество хорошее. По микрофону так это вообще топ. Итак, обзор подошел к концу. Если он вам понравился, ставьте лайк. Если захотите приобрести данные наушники, ссылку, где это можно сделать, я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, желаю вам здоровья и удачных покупок. Всех благ, друзья!